Всем привет, друзья, с вами снова я, Жека. Ну и мы продолжаем с вами играть в эту увлекательную игру Surviving Mars. И у нас продолжение нашего испытания шары, шар-поглотитель. It seems to be absorbing any sort of electrical current in close proximity. In other words, it's feeding on our batteries. Похоже, в непосредственной близости от шара электрический ток меняет направление и начинает течь к нему. Другими словами, шар опустошает наши аккумуляторы. Мы пока не уверены, что шар движется в какую-то определенную точку. Впрочем, у нас достаточно оснований полагать, что запущен некий новый процесс. Жаль, что нельзя сказать, с какой целью. Свет, шар вытягивает энергию из аккумуляторов и заряжается быстрее. Вот зараза. Ну, давайте запустим. На самом деле, вот я сейчас немножко поиграл, блядство, поиграл, скажем так, за кадром, и, ну, и немножко продвинулся. У нас достроили завод дронов, и у нас исследовали одно из главных строений, это ЦУ дронами. Мы теперь можем его создавать сами. Но также я поставил исследование защиту от шаров. Пускай исследуют. Потому что это сейчас крайне важно. Грузить ресурс. И давайте, знаете, что я сделаю? Грузовая ракета, модульные постройки, выпариватель. Закажем 4 штуки. Запускаем. Да, со мной у нас все есть. Остальное мы все с вами производим, если что. Четыре выпаривать. О! Блять. Второй появился. The Mirror Sphere has mission control in total chaos. Though that's expected, given what we saw. Шары два по цене одного. Зеркальный шар только что поверг штаб в хаос. Неудивительно, если учесть увиденное. Произошло удивительное событие. Объект разделился на два идентичных друг другу шара, которые в конечном итоге приобрели ровно тот же размер, что и первый. Второй шар теперь полностью независим от первого. Как всегда. Блять, это пиздец. Вот почему, когда я что-то делаю, мне кто-то звонит. Ладно, потом перезвоню. Так, второй шар теперь полностью независим от первого и самостоятельно выбирает свой маршрут. Тем не менее, их связь не ослабевает, шары синхронно меняют частоту гула, и этот резонанс все сильнее ионизирует окружающий воздух. В момент разделения наши приборы собрали громадное количество данных, и, возможно, мы наконец сумеем продвинуться в изучении этой загадки. Пока что мы можем только предположить, что когда-то вибрация шаров достигнет определенной частоты и произойдет некое событие. Эффект шар разделился на два отдельных шара. Не к добру это. Шары разделяются. Да, ребятки, что-то мне это не нравится. Второй шар появился. Обратный отчет еще какой-то появился. Ты опять за свое, а? Съебали. Блять, это пиздец с этими шарами. Colonists are departing. Да и пожалуйста. There are earthsick colonists. There are earthsick colonists. Подлетает. Режим фото. Сделать снимок. Просто это, ребят, это пиздец. Теперь два шара. Один вообще решил проглотить нашу антенну акрологии. Блять, они друг через друга летают уже.
Смотрите, раздвоился, и оба шара остались без заряда. Так, ладно, давайте строим жизнеобеспечение, выпариватель. Кусочек провода подтянем. Он просто сосет энергию. Оп. Да, ребят, что-то этот шар меня начинает напрягать. Хорошо, что исследует защиту от шаров. Так, улетел в другое место. А второй вообще полетел куда-то далеко. Так. О, еще дронов могу засунуть. Еще одного дрона смогу засунуть. Честно, на самом деле эти ренегаты это походу какие-то плюшкины. Зачем ему бетон? Ты украл его, а толку? Это пиздец. There are earthsick colonists. Улетаете? Вперед! Флаг вам в руки. Но где вы еще увидите загадочные шары, а? Блять, опять прилетел. Вали нахуй! Вали нахуй! Вали нахуй, паразит. Ой, вообще не до этого. Сейчас надо деньги получить. Ракета. Улетел временно. Вообще все заморозил к чертам собачьим. О! Давайте 7-го дрона выпустим. Мало и мало. Дронов-то хотя бы уже полегче. Хватает уже, ну, высокое. О! The spheres just keep dividing. Ебанулся! This level of technology, we can't even begin to comprehend it. Я неправильно назвал себя изначально этой серии. Шары уже три, а ведь это не предел! Шары продолжают делиться. На данном этапе этот процесс за пределами нашего понимания. Новый шар гудит точно так же, как предыдущие, резонируя с другими шарами и атмосферой. Согласно нашим расчетам, предполагаемые события теперь начнется раньше, так как количество шаров увеличилось. Хорошая новость. Чем больше появляется шаров, тем больше материалов для наблюдения оказывается у наших ученых. Мы должны получить общее представление о цели артефактов, но для этого придется уделить время дальнейшему изучению. Эффект доступно исследование изучения Исследование назначения шаров. С одной стороны, новости хорошие, с другой... Ебануться, блядь. Они размножаются. Блядь, это пиздец.
Вот не угадаешь, как назвать правильно эту серию, блин. Не угадаешь, как назвать серии. Просто пиздец какой-то, ребята. Это просто какой-то пиздец. Самоубийство. Ну, когда крыша поехала, это плохо. Что, загрузили? Пошел. Да, их реально три. Дух лудитов. Колонист сошел с ума, надев скафандр. Мы не можем себе позволить. Ну и хрен с ним. Что тебе сделали наши дроны, я не понимаю. Я не хочу, чтобы он разрушал то, что он, то, с чем у нас так плохо. Блять, заебали меня эти шары ебаные. Запариватель работает, хорошо. Четыре, ебать его в рот, блять, нахуй. Пизда, блять. А этот-то нихуя не движется. Funding received. Удивительная новость. Хотя бы что-то хорошо. Давайте просто пришлем ракету и будем ее посылать на... Скажем так, лишним не... Лишним это все не будет, запускаем. Пизда, блядь, 4 шара, ебать его в рот, блядь. Вот сейчас у меня в мыслях, блядь, нахуя я это испытание включил, блядь, одно испытание лучше другого, блядь, они. Сука, блядь. А, пизда. Ай, блядь. Сука, вот пиздец. Это просто пиздец какой-то, ребята. Извините за мат, но это реально пизда какая-то. Просто реально какой-то пиздец. Colonists are departing. А хуй вам! ДУ внедорожник ресурс. Смотря какие ресурсы. Потому что они добывают часто металлы. Металлов у нас и так полно. Это похуй. Отправляйся. Мне похуй. A colonist has died. Опять. Хотя да, учитывая наш момент, то что тут у нас шары какие-то шары непонятные, я бы тоже сошел с ума и решил бы страусов пошли убивать. Страусы пошли на убой. Только что, вы видели, как убивают страусов? И выпускаются... Что это? Козы. Козлы выпускаются. Выпускается в Ридис Латвии. Ладно, ладно. Надеюсь, она меня не смотрит. Ебануться нахуй, блядь. От этих шаров можно реально сойти с ума.
Четыре шара. Где ж пятый-то? Тут мне так много электроэнергии. Они реально жрут батарею. Смотрите на это. Они реально жрут батарею. Пиздец, нахуй. A colonist has died. Мне сейчас вообще не до этого, Они реально жрут батарею. Восьмого. Притом у меня этих сейчас исследовать становится больше и больше. Давайте что, пятый? Нет. Либо их пока что четыре. Ну вот жопу, а. С вашими испытаниями. А, кстати, дальше будет только повеселее. Учитывая тот факт, что у меня есть еще будет два DLC, но я буду покупать, конечно же, да, то понятное дело, что дальше будет только веселее, ребят. Ну, видите, плодиться некуда. Да и шары, я думаю, мешают размножению людишек. Аномалии анализируют. 22 металла. Нахуй мне они нужны. Сохранение. Склад металлов. Давайте. Не надо долбить металл, у меня полно металлов и так. Просто для ракеты. Чтобы ракету освободили. Ну ладно. Четыре шара, вы успокоитесь или как, блять? Нет, их пять уже. Ебать, его в сраку. Эдо Мартин here, welcoming you back to the Mars Vision Song Contest. If you listen carefully, you will soon have your ears filled with... Это пиздец какой-то. Что с ними дальше будет происходить? Это вообще... уже сдохло. Улетел куда-то чуть-чуть подальше. Нет, аномалий. Нет, аномалий. Ну ладно. Ну, в принципе, наверное, произойдет. Блять, вообще никто не хочет работать. А мне дроны нужны. Так, их пока что 5, да? Да, их пока что 5. Ебануться. Мне интересно, почему это не двигается. Ну
А, это с... А это идея, ребят. Мне пофиг, что я ускорю это. С кабелями и трубами я разберусь. Сейчас я вам дам отпор. Сейчас вы хрен меня заморозите. А, в чем проблема? Как-то так. Ебать, еще один шар. Ну вас нахуй. Подключит. Ну сразу тогда просто. Просто так будет проще с ними разбираться. Типа вот эту зону он не будет охлаждать. Видите, там где стоит глубинный конвектор, он вообще не может ее заморозить. Все-таки она что-то разогревает. Вообще никто не хочет работать без этого. Мне дроны нужны. Съебали. Единственное, что знаете, давайте тут сократим до 4. Тут поставим чуть-чуть 2. Тут добавим еще 2. Все. Думаю, 10 штук вам вполне хватит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нахуя я на это согласился? Мне кто-нибудь может сказать, что я за идиот? Нахуй я на это пошел? Такая хуйня неведомая. Просто пиздец. Знаешь, высокая загруженность дронов. А что я могу сделать, если никто там не работает? Пока это событие идет, люди даже размножаться толком не хотят. Ну, слава богу, исследование почти уже прошло. Но с другой стороны, быстрее, теплее станет. Research complete. О. Включаем это. Посмотрим, у нас ничего не появилось. Нет, нет. О. Скай строит.
Ее строят как раз таки. О! Шипись. Сейчас мы вам дадим отпор. От замораживающей херни. Пошло, поехало. Сейчас мы вам дадим прикурить. Все. О! Вам уже меньше возможностей сосать. Зачем не сосать, а замораживать нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, их семь пока что. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, их семь. Блин, это пиздец. Они уже всюду. Давай работать, чувак, пожалуйста. Что все еще? А, нет, восьмой уже. А уже даже не спасает, если два шара висит. А с одним шаром спасает, а вот с двумя нет. На что я подписался, а? Девятый? Да ну нахуй. Да ну нахуй. Уже 9. Уже 9. Пиздец. Уже пиздец. Это просто пиздец. Ребята, это просто пиздец. 9 шаров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Ебать, это пиздец, нахуй. 10 шаров! Быстро выкачивает воду. Ну и что, что неровная местность? Какая мне разница? Оп. Пускай построят. Будет 11 дрон. Ну, сейчас улучшится. Ой, как говорится, это все, конечно, замечательно, то, что у нас тут шаров полно, но давайте немножко позаботимся о колонии, на всякий случай. Пиздец, нахуй.
можете как-нибудь отсюда вот сдрыснуть нахрен? Ты ебал его в рот, нахуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Пиздец, нахуй. Завис над головой. Тут нет, что производит электроэнергию, ты тупень, блядь. Это пиздец, блядь, какой-то. Как бы жизнь колонии не остановилась, но, блядь, ребят, это пизда. Десять солов. Пиздец, блядь. Мы узнаем, зачем эти шары сюда здесь предназначены. Ты и так, в принципе, знаешь, чтобы меня помучить. Чтоб мне было не скучно. A colonist has died. The recent colonist deaths are a worrisome trend. Ого, космобар уничтожился. Один из колонистов подохло. А че, блять? Сука. Что это за порнография? Не буду это показывать, а то еще YouTube забанит нахуй. Ай, блядь. Ну, может, у вас какие-то технологии есть. Research complete. A colonist has died. Да мне похуй, блять, на него. A colonist has died. Успокойтесь. Какая под угроза? У нас 100 колонистов уже живет. Просто эти шары мешают им жить. Причем довольно сильно так. Да, они их с ума сводят. Они людей с ума сводят. Что? Мне надо значение шаров исследовать. У нас, в общем, закончится видео, если я не успею исследовать это значение шаров. Ремонтируйте, сказать. Что такое? Да, сложно, сложно. Чего нет тут? Time.
Да, ребята. Это пиздец. Хотя тут может уже ничего не происходит, но, блин, эти шары, это просто какой-то ужас. процентов исследования только. Блять, их все больше и больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать! Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать! Сколько можно плодиться? О, боже мой. Давайте хотя бы деньги получим. Все равно ракету использовать некуда. Хоть все здесь стоите, мне вообще будет насрать. Он все равно не рабочий. Давайте вы там сгруппируетесь, и мне будет вообще идеально. Да, да. Знаете, мне хочется проверить одну теорию. Лишнего она не будет, все равно. Никогда лишь не бывает. Оп. Не удивлюсь, если они потом чисто сюда переместятся на эти две ветряные электростанции. Ну, спасибо, что не помешали взлететь нашей ракете. Тувхи это может. Не знаю, нахуй. Ну, блин, как тепло уже становится. 19,3%. The colony is expecting some sort of artificial cold wave. How's that even possible? Похоже, в колонии искусственно запустили аномальный холод. Как такое возможно? Поступает доклад о том, что шары начинали расходовать энергию на поддержание атмосферного баланса. Это значит, что они достигли некого важного ориентира на пути к своей цели. Никто не знает, к кому или чему в наши дни выгодно понижение температуры на Марсе. Однако у шаров явно хватает мощности завершить начатое. Если мы хотим остановить изменения атмосферы в атмосфере, придется открыть прорывную технологию на базе известных нам фактов. Необходимо понять, как управлять этим процессом или хотя бы его прервать. Ну, мы его уже прерываем. Эффект начался затяжной аномальный холод со сверхнизкой температурой. Доступно исследование ксенотерраформирования. Теперь это вопрос выживания. Там, где оно разогревается, там ему похуй. Обогрев купола. Закутанный в одеяло колонист передает вам доклад, трясясь от холода. Произошло то, чего вы боялись. Система обогрева купола не выдержала. Скачок напряжения привел к масштабному сбою в системе теплоснабжения купола Ореол-1. С помощью резервных обогревателей можно избежать переохлаждения, но энергопотребление купола выросло на 200%. Аномальный холод продержится несколько солов.
Если снабжение прервется, многие колонисты замерзнут насмерть. Заменить систему обогрева купола. Хорошо. Раз вы мне не даете спокойно жить, я буду строить. Ну, это спасает вообще, да? Блять, это пиздец, нахуй. Будто они реально пытаются противостоять нашим действиям. По разогреву планеты. Воды нам хватит, одно хорошо. Ладно, ребятки, на этой кошмарной ноте мы закончим нашу сегодняшнюю серию. Где? Да, это естественно. Строить эту хрень. Давайте. Пиздец, нахуй. Войти еще одну хрень. На этой печальной ноте, ужасной ноте, мы закончим на сегодня. Блять, ебать его в сраку нахуй. Еще и сюда метеорит ебанулся. Знаете, пожалуйста, что называется. Нам и так не сладко. Что переохлаждение у колониста. Шло. Это какой-то пиздец. Блять. На этой печальной ноте нам, я думаю, стоит действительно закончить. Всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рассказывайте всем своим друзьям про существование моего канала. Блять. Самоходом не поуничтожало уже. Я попытаюсь действительно справиться с этой огромной проблемой. Это просто пиздец, ребята. Всем большое спасибо за внимание. Реально, подписывайтесь на мой канал. Дальше только интересней. Подписывайтесь на мою группу в ВК и вступайте в мою группу в Одноклассниках. Я дальше попытаюсь все вылечить и верну запись видео тогда, когда будет что-то более продолжительное и более интересное. Хотя тут и так интересно. Пиздец, нахуй. Еще увидимся, ребят. Все ссылочки в описании. Всем пока-пока.